Здорово, котята, лисята, медвежата, еноты и бурундуки. Еще морские котики. Так уж и быть. Да, с вами Ева и Дима, и мы продолжаем играть в Far Cry 4 Долина Йети. Это, конечно же, дополнение для Far Cry 4, и у нас с вами пятая ночь. Осквернитель любил его. А вот кого я убил тогда, и снопы. Да ладно. Не снайпера, а мастера. Ого, Лысая. Я вот и говорю то, что типа, ну вроде как снайпер-то все равно стоит на месте, я думаю. Но у меня помечен был именно вот этот мастер, а потом уже только. Смотри, короче, каждую ночь что-то непонятное происходит. Вот, допустим, этой ночью у нас ветер. И рассвет где-то там вдали еще есть. Ну, вообще какая-то ночь, не ночь, такая белая ночь. Так, у меня здесь, короче, где-то должен пулемет стоять. Вон он. Вижу пулемет. Хватаю его. Используя. Где? Укрепления стоят. Избегайте укрепления, блин. О, на мины наступают. Угу. Хе-хе-хе, разнос просто, ад просто какой-то. Да-да-да, мне тут вот. Пулемет как раз. Когда здесь все улучшено, выглядит все круто очень. Чувак, так смешно, короче, на мини подорвался, вообще жесть. Понятно, это было не туда, куда надо. Блин, чувак, их что тут до хрена? Бля, загорелся опять, что такое? До хрена. Вот. Они, короче, все с коктейлями Молотова, просто все. Нормально, ты их гасишь. Стрижешь просто с пулемета. О, ты помог мне. Найс. Блин, жалко, что пулемет есть только на севере. Но вообще, как понимаешь, что север это такая самая атакующаяся, скажем, станция. Ой-ой. Вот это я зря сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё там? Беда бедушная? Блин, еще музыка, короче, такая эпичная вот здесь. Я спустился в этот, как бы, вниз, чтобы зеленый листок взять. А в итоге оттуда атака пошла. А, ты слышишь, как я говорю, музыка эпичная? Ну опять да. Ночь началась. Такая девятая рота в нам стоит. О, вон там братюни идут. Да, нихера их там. Толпа. Давай бочки. Попытаюсь. Не могу найти. А, вижу. У, горят, вообще дико горят. Прям пригорает у парней. О, там Йети идет, Дим. Где? Вон он, с моей стороны. Да, я вижу. Ну, нормальный такой парень. Да. Сейчас, ну, чувак, только не иди к нам. Давай погроми немножко парней там. Он сломал мои баррикады! Я их для чего покупал, эй, ты, урод! Ёпт! Я думал, он далеко. Нет, хватит. Да, я помер. Тихо. Я пытаюсь помочь тебе. Во, все, можно. Иду. Я не могу. А, могу. Вставай. Вставай, бро. Вставай, бежим! Он загорелся. О, ты ёкторный! Нет, плохая была. И меня прокинули немножко. Чуть-чуть, совсем. А-а-а. Лучше отойди. Сука, ну я ж тебя поджёг. Ну что ж ты, дрянь такая. Давай. Не могу тебя поднять. Да что ну ты? Ну ладно, убей. Есть и чувака, который закладывает бомбу. Вот там закладывают бомбу, 19 секунд осталось. Я сейчас убью. Так, давай я быстро сдамся, я сейчас рядом скрушусь. Нет? Не-не-не-не-не, он отошел, наверняка сейчас получится. А, вот, все, 16 секунд осталось. Супер. Давай, держись, 13 секунд. А где Йети? 16. Не знаю, он умер, наверное. Я просто, ну, стреляла очень много по нему из пистолета, прям по голове. Мне кажется, это какой-то все-таки, ну, эффект произвело. Я, может быть, немножечко отогнала его. Возможно, о, я не вижу. Пробел. Да, он наверняка свалил, короче. Я рад за него. Все, так они с юга сейчас посыпятся. Так они вроде с юга-то и атаковали. Да. Так, все, вроде все есть. Это только вторая атака, блин. А вдруг, короче, тут теперь на каждой атаке будет Йети прибегать. Прикинь, это будет вообще жесть. Так. Блин, тут вообще не вовремя. Я расставил мины. Ага. Они там вроде что-то сделали. Хорошо. С запада? За откуда? С
запада. Точно. Нормальный ответ. Это вон оттуда. Они со всех сторон. Блин, просто со всех. Яуч. Нормально, все, мины сделал свое дело. Как ты молотого прицел? Блин. Да сейчас, ты установишь мне заряд. Сейчас, секунду. Вот, о, нормально. Получилось. Человек горящий к тебе бежит. Я видела. Что с моим языком? Что? Я тебе пришел. Скольких где? Людей вижу. Мы сегодня убили и вообще за эти пять ночей? Сколько подохло? Фу, страшно подумать. Йорк, отойди! Йорк! Да пипец. Ты что, меня взорвала, что ли? Кажется, да. Я думаю, вроде я гранату далеко кинул. Что взорвалось? Так, заряд устанавливаю, чувак. Сейчас я помогу тебе, подожди. Чё-то как-то... Ща. Я убил. Ох, упал, я вижу. А, я шкуру снимаю! Какая шкура? Брось шкуру, овца тупая! Подними. Чё ещё успеешь? О, всё. Ещё один гриппи. Просто на грани какой-то. Носится вот тут где-то. Вон он. Красавчик Йети. Есть такой заряд, он устанавливает. Ах ты скотина, сюда подошел. Нет, один чувак все-таки установил заряд. Чего? Блин, да чувак один успел заряд остановить. Я бежала к нему, у него 3 секунды было. Я кидала у него коктейли Молотова, а он, блин, ни хрена. А, я с Йети боролся. Даже не видел этого. С Йети чисто дрался, закидывал его гранатами. Это с самого начала пятую ночь. Ну да. Ну, я поэтому говорю, как бы легче было бы, если бы все было утыкано там минами. Ничего страшного, там. Просто мы не успели отреагировать на чувака, это с каждым. Ну, пойди тут отреагируй, когда они со всех дыр прут, я реально почувствовал. Что... А, нет, смотри, со второй атаки. О, хорошо. С той самой, когда я мины расставил. Да, теперь все лагает. Ну, нет. Так, патрончики взяла. Из севера атакуют. И с юга. Блин, как лагает, а? Воу! Кинул. Они севера тоже атакуют. Так, ладно, ты юг, тогда я на север. Из запада. Они вот, со всех дыр. Хорошо. Да что такое? Опусти меня, стена! Мне стена зажала. Там одинокий парень такой стоял. Грустный, и подорвался на мин. Вот и мин. Ой, Йети бежит первый. Не вижу. Вижу. Нет, это не мини Йети. С запада он побежал. Так, сейчас вот этот парень полезет. Ага, лезет уже. Есть. Да отвали от меня, что ты бежишь за мной? Первого Йети я убил. О, умничка вообще, нифига себе, один справился. Ты кто вообще? По дерзоте, парень. А чё с юга все бегут? Не знаю. Оу, кто бонки скинул, ты? Да. Хорош по мне, пали, чувак. О, Йети, я аж подскочила. Да гаси ты уже, это говно огонь, что ты пристал? А, ёб твою мать. Себя же подорвал. Блин, с Йети надо разбираться. Да, я разбираюсь. Ой, там парень устанавливает заряд. Блять, да Йети, отвали, что ты делаешь? Второй заряд устанавливает, меня убили. Ща. Убил убили его? Прям? Не, ну я такой, типа, помочь надо. Угу. Не, ему в голову настрелял нормально. Вставай, бро. Спасибо. Вот собака, а? Блин, ты не подходи к нему. Что ж такое? А, тут стена! Стена, Йети, погоди! В голову. Устанавливай заряд! Вот сука, а? Там еще и снаряд устанавливает. Да, я сейчас умру. Я тебе ничем не могу помочь, к сожалению. Все, я умер. Мне нужно было просто сделать это обязательно. Через 16 секунд я вернусь. Я постараюсь, но я сомневаюсь, что что-то смогу помочь тебе. Хоть мне дождаться тебя. 10 секунд. Ой, он рядом.
А он один ничего не разрушит, главное этих не подступай. Не подпускать и все. Все, я тут, я с тобой. Ага. Оп! Спасибо. Извини. Фак! Я забыла, что гранаты это, короче, плохо. Гранаты это очень плохо. О, да! Молодец. Справились. Подними меня, пожалуйста, это все очень плохо. Да, блин. Да, у меня тоже такая же проблема была, я тоже начала съесть и шкуру снимать. Фу. Ну, главное, справились, пятая ночь, задание выполнено. Да, просто. Я в дыму появилась. О, это было сложно. Это было очень сложно. Если бы я была одна, я бы точно это не с первой, даже не со второй попытки это сделала бы, как мы с тобой сделали. Это было реально сложно. Причем у нас настолько это было сложно, что даже в нашем доме теперь снег идет. Он закончился. Пополн боезапас, да. Продавать ничего не будем. Купить и настроить. Предметы. Все, я закупилась. Мы берем миссию? Да, да, давай. Отлично. Блин, смотри, реально снег у нас, короче, теперь настолько это было плохо и сложно. Че, подожди, у меня дома нет. Метель, короче. Точнее, меня дома нет. Да, нихера себе. Не, у меня нет. Блин, только зашел, все закончилось, короче. Ну, видимо, из-за того, что я на улице был, снег был. Ты будешь закупаться? Да. Ну нет, ну как ты стоишь на улице, я в доме, и все равно у меня и снег, и это очень пипец. Типа из-за того, что я на улице, у меня анимация снега идет, да, значит, да, мир. Я вот, поняла, я это. Поняла, я поняла. Я просто говорю, что это пипец как-то странно. Ну я увидел, успел увидеть. Все, берем. Миссию. О, связной золотого пути. Вторая, да. А первая где? Где-то похерилась. Блин, да давно пора. Про Хёрка вообще никто не спрашивает. Ага. Уничтожил её? Ещё нет, но уничтожу. А как там пилот? Он с тобой? Нет. Ему не повезло, мы же спасли его. Или мы не его спасли? Не, мы его не спасли. Кира приняла его. Кира приняла его, отлично. Хорошо объяснил. Святыня спрятана на вершине горы Хаджура Амака Хатама. Повтори, чувак, я не понял. Хаджура Амака Хатама. Акуна Матата Хатама. Отлично. До встречи. Он сказал не до встречи, он сказал до свидания. Не знаю, как ты, но я с удовольствием разнесу эту хрень. Опять, мы, короче, только взорвать бы или разнести. Чёрту, без разницы. Ну, хоть какая-то радость в жизни. Можно поджечь ее и запиндюрить повыше, чтобы потом, бах, шарахнуть по ней из базуки. Ты что, расстрелялся? Когда развалится на маленькие кусочки, растолочь их и потом, так сказать, нюхнуть, вот что. Нюхнуть, нормально. Ну, в общем, так и сделаем, понял, да, план? Поняла, план. Блин, хочу с тобой выходить в одну дверь. Это было бы логичней. О, метель у нас тут. Смотри, 1000, короче, нужно добираться, 1000 метров. Давайте за рулем. Давай, погнали. О, нифига ты, короче, как на козла. Ты нормально, я не успела запрыгнуть. Я бы чуть-чуть, короче, и был бы промах промашный. А ты запрыгнула? Да ты уже давно. Напугала, блин, меня. Прикинь, мы отразили 3 йети за эту пятую ночь. Обалдеть. Куда я еду? 3? Что я делаю? Молодец. Молодец. Осторожно, тут мины. Все хорошо. Молодец. Все почти я идет вижу, по плану. Все по плану. По плану. Все нормально, да. Все нормально. Так. Сейчас вот. Шею ломает! Вот. Мне шею ломает! А, это кошка мне шею ломает! Я-то думаю, в чем. Это было странно. Не смешно, ни хрена, короче. Меня тут нападали. Я думала, что это мне, короче, издавать. Снегоход перевернулся. Ну, в общем, у нас есть другой снегоход. Это был круче, да. Нехилый такой чекпоинт. Угу. О, ты смотри. Медведь. О, блин, быстрее, медведь, говорит. Медмишка, блин. Срать, я хотела там медведя. Не надо мне их показывать. А я думаю, что знаю, куда я иду. Я не знаю, куда еду. Так, какой у нас план, значит? Поджечь, запиндюрить воздух, а потом бах! И занюхнуть. Ну, ты только не в скалу, пожалуйста, молодец. У нее мало мощности. Не так лагает, а ты еще прочитаешь свои. У нее мало мощности, чтобы в скалу. Блин, виды красивые. Да, очень. Реально, согласна, классно. Ну, только если смотрю вправо, меня начнет укачивать, потому что не будет. Воу. Не надо, этот бро нам еще может служить хорошую службу.
Блин, офигеть, как далеко запихнули эту святыню. Ну да. Но тут кармы нету, кстати, можно не херачить-то. А вообще, знаешь, что странно? То, что Аджай разбился на вертолете и запердолился в самый конец карты, пришел в чужой дом и сказал, я здесь теперь живу. Ясное дело, что на него нападали потом и говорили, чувак, ты что делаешь? У меня не было инъекторов вообще, он сейчас хоть один есть. Надо было остановиться возле торговца и купить. Да ладно, ничего страшного. А хотя да, страшно, я тебе, получается, поднимать придется, если вдруг что. Что ты делаешь? Ну, еще инъектор беру. Дима, опять меня кто-то бьет! Дима! Дима! Не, ну а что, волки-то набежали? Конечно. Меня грызли. Это просто четыре волка стояло, кусало задницу. Я кричит, Дима, он режет, стоит, кусит. Все хорошо. Не, ну я справился. Да, молодец. Вот еще один инъектор. Почему все время меня за жопу? Давай теперь я, короче, за рулем. Я подумал и решил, теперь я за рулем. Все, отлично. Давай, погнали. Так, нам вот туда. Там пещера. Точно тебе говорю, нам туда. Там пещера. Точно сюда же, ну. Дима, перевернулись. Немножко разбили и немножко перевернулись. А что это такое? Толкнуть можно. В другую сторону. О, все, толкнуло. Сел? Точно сюда, тебе говорю прям. Я прям чую, едем на запах победы. Мы едем. Ну, конечно. О, Мишка, смотри, испугался, убежал. Прям... Потачится. Все нормально. Едем как? Там едешь, что ли? Ну, как мы едем вместе. Ой, блин! Фак, это не ты был, оказывается. А, медведь! Отстань! Медведь! Медведь! Нет, медведь! Ну зачем? На медведь! На медведь! Медведь! Ты бесишь, мы еще не доехали до миссии, а меня уже почти все инъекторы израсходованы. Фу. Все нормально. Вон Йети точно. Где? Он ходит. Меня реально Йети заметил. Крюк надо убивать. Нет, там был снайпер. Йети не умеет вещать. Иди сюда. Зачем? Я Йети хочу. Не надо. Он убегает, зараза. Ну иди ко мне. Че ты, Йети? Так, ясно. Дим, если что, я готова ехать. Там прыгай, если что. Че? Он уходит, Вадь? Да, он убегает. Что-то можно изготовить, кстати. Ну, забей, садись. В смысле? Я готов. Сумка с приманками. Это ж так нужно мне. Без нее вообще никак не прошли бы. Наконец-то мы можем продолжать наш путь. Я же тебе говорю, мы точно прям куда надо ехали. Молодец. Как пить дать видно. Че, опять ты не сел? Едем, едем. Ты по радару можешь проверять это все. Почему ты не смотришь на радар? Вот видишь, я же говорю, смотри, приехали куда надо. О, горные козлики. Все прям как заказывал, как доктор прописал. Доктор Хаус. Доктор Аджай. Доктор Аджай Гейл, да. Вот кто ты для херка, доктор. Смотри-ка, здесь достаточно снежно. Заберите у врага. Дышать. Кислородную маску. Да. Вообще тут достаточно, мне кажется, легко встретить будет Йети сейчас. Ой, блин. Вот тварь, а. Сдохнет, нет? Причем вот, кстати, дышать нечем, я говорил. Да? Но голосом Аджая. А у меня, да? Да. Честно, странно. Ну, то есть звук был вот именно от меня. Так, у меня. А где мне забрать? О, кислородная масочка есть. А у меня тоже, да, появилась. Йети. Где? Вон сзади. Снайпера убили. Ух ты, ёкарный тик. Карамашка, карамашка. И этого дядьку тоже убили. О, хорошо. Блин. Так, нам нужно теперь вот туда вот бежать. Вот сюда вот, насколько я понимаю, да? Да. Да, Хёрк вернулся. В смысле, ты что-то говорил там? Да, о, да, Хёрк вернулся. А у меня ты ничего не говорил. Ну и... Вот сюда? Куда? Вот сюда. А, да? Там есть ход, не видел даже. Точно? А, да, наверх. Нифига себе! А у меня еще и кислородик тоже заканчивается.
Ну так надо было это у кого-нибудь еще взять масочку. Ну я взяла, но только не масочку, еще, а баллончик, баллончик. Ну, да. Да, да, я поняла, я беру периодически баллончики. Нифига себе, посмотрел, у тебя не заканчивается, нифига. У тебя меньше, что ли? Нет. А у тебя вообще нет? У нас в обоих до хрена с тобой кислорода. Просто до хрена. У меня кто-то, короче, болтает в наушниках, но это не я. У меня такая же. Мы просто завзрывали мужика. Он уже просто не знает, куда деться. Ну ты что ты будешь делать? Нихера себе, он живучий. Я уже, я 10 раз подумал, что он уже мертв. О, смотри. А куда идти? А, все вижу. Я по крайней мере так думаю. Ты у него взяла масочку? Да. Нет. Стрел в голову. Как четненько. Так, забрали. Боеприпасы. Еще боеприпасы. Нам опять наверх? Да. На самом деле непонятно. Вот мы же убили их, и вожака, и эти уже раз 500 поубивали. Чего им не имется? Вот за кого они идут теперь? Ну, просто наверх... из-за того, что они воды не пились из той этой. Да мне кажется, у них уже новый вожак просто. Контрольную точку. Алтарь. Или не за идею. А ты, между прочим, без маски. О, смотри, дети. Нет, я с маской. Я тебе говорю, без маски. Дима, тут много йети. Дима, там был какой-то белый йети. Дима, там белый йети. Да, вижу. Отстань, 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 отстань просто. Что это происходит? Так, я сейчас помогу тебе. Сейчас, подожди, коктейль молотого взят. Оп, бам, и... И некоторые закончились. Все закончилось нахер. У меня тоже проблемы с этим. Белый йети. Ёп, ребят, 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 погодите, погодите. Белый снег. Белый снег. Белый снег. Ёп, бешеные просто. Вы чё, психи-то такие? Да, они реально какие-то немножко нервные. Да, ну, не удался у парней день. Да я бью же, ну. Они вообще причём синхронно все это делают. О, тихо. Полегче, полегче, парни. Вы бросьте это дело. Я вам говорю, это вообще не выход. Бляха. Сдохну. Сдох. Вот да, вообще не хорошо. Дружище. Белый йети погиб. О, точно. Смотри, все йети погибли. О, нормально. Слабачки. А что это белый йети-то вообще был? Это самка была, которая плодила всех йети тут? Не знаю, у меня 20 очков за что-то, блин, непонятно за что. Без понятия вообще. Легкие йети, по-моему, я только что забрала легкие йети. О, нужно кислородику взять. О, нормально. О, еще хорошо. Идем? Сейчас, подожди, тут столько очков. А че, где второй-то йети? Он что-то сам по себе растворился, короче. Ты идешь? Тут нам нужно в пещеру идти, я одна боюсь. Сейчас, сейчас, иду. Я только с тобой смело по пещерам ходил. Иду. Хорошо. Да, кислород заканчивается уже. Да, кстати, я тоже, ну я как бы взяла баночку где-то там. Ну, меньше половины. О, о, иди сюда, кислород. Да, где? Во. Ну, да. Чуточку, смотри, обезьяна какая. Ого. Ну, вообще, это не обезьяна, это елун, смотри, походу. Смотри, смотри, какой чувак сидит. Какой? О, нифига себе. А рядом с ним слева, смотри. Да, вон они, смотри, все сидят втроем. Тихо. Не шуми. Дима! Чего? Привлекай внимание, чего? Ну тут наверняка... О, все мертвые. Все мертвые, говоришь? Ты посмотри, сколько там их. Эй! Ты дурачок, Дим, пойдем. Да сейчас убьем. И зарядочка. О, взорвался. Начал его. Бежит еще один, Дима! Опс! А что ты не попробуешь на него сзади на эх прыгнуть? У меня здоровье было херня вообще. Ой, зря я подошел. Да, да, я знаю, что ты такой крутой парень из себя. Беленький такой, прикольный, и убиваешь меня. Стреляешь по нему? Я пытаюсь. Вот он псих, блин, а?
Я вроде прям в кашу его мочу. О, нормально, молодец. Молодчинка вообще. Спасибо, пойдем. На, вроде как. Сейчас, сердце я тебе взял еще. Ты не забываешь, у нас да, кислород, да, короче, подзаканчивается. Да, да, да. Вот да, здесь кислород, иди возьми. Спасибо, здесь еще я птичка валялась. Угу. Самое оно, самое оно. Блин, опять эти голоса. Да, ты слышишь, разговаривают. Конечно. Там сюда. Я вижу. О чем говорил? Не проживешь, не подойдешь. Не знаю, ты глянь, здесь что-то вообще такое магическое. О, больно. Да, на минус два. Ща. О, я, короче, себе часы вырываю. О, реально, магия какая-то. Ого! Я подошла! Святыня? Святыня, которую надо уничтожить? Да, она и есть, да. Это вот грибная хрень? Что мы искали? Чувак, что ж ты не сказал? Я бы получше старался. Ну-ка, иди сюда, грибная вкусняшка. Как ее уничтожить? Не знаю. Я, кажется, знаю как. Играем туда кино. У меня же был большой гранатомет. Ага. Большая такая елда. Уничтожьте корни. Корни. Блин, сейчас есть, я тебе буду вставать. Да. Охренели. Так. Минус один. А как нажимать-то? А, во. Сука. О, минус второй корень. Брё, я пошла ломать третий корень. Ща, молодец. Блин, ну пипец, из-за того, что лечиться надо было, типа быстрое лечение было выключено. Та-ра-тан. Таратан, тара-тара-та-та-та-та. Ну, так. А можно. Во-во-во-во, запрыгиваю. На это белое месте запрыгиваю. На, сука, на. Ага. Ага. Так, минус Йети. Уничтожить святыню теперь точно надо опять. Ой, ты что делаешь-то, дурачка? Кусачок-то, ой, ещё. Ты чего? Все, полетел. В смысле? Прямо полетел на шифте. Он спрыгнул, короче, и полетел. Кто? В стену. Аджай. Нормально. А то я думал, ты про меня. Я тебя как-то молодо кинул. Смотри. Блин. Теперь, глянь. Я Йети. Ну, Йети. И ты Йети? Да. Ну, вы Йети. Ой, да ладно. Мы теперь Аджай Йети. Да, мы призваны Йелунгом. Смотри, это голос Йелунг был все это время. Аджай Херк Йети. На века. Откуда ты знаешь, что это был голос Йелунга? Там просто был написан... Ну, это грубо говоря. Ну, потому что легенда о том, что Йелунг призывает избранного, который становится Йети. И вот такая херня произошла, и все. А мы теперь, короче, не Йети. Да, Йети, который не Йети. Супер. Спасибо за игру в долине Йети. И у меня зависло все нахер вообще. Что, бля? Короче, теперь можно просто исследовать... Вот мне, походу, нельзя, потому что, видишь, как стоит? Вот, смотри, гирокоптер еще. Вот я не могу на нее сесть. Давай-ка ты на нее сядь, а я прыгну. Давай. Ну, типа, все, да, Джай, типа, стал Йети, и, ну, и на этом, по идее, история закончилась. Ну, да. Типа, из-за того, что он столько времени был избран... Давай, лети. Куда? А, ты уже все? Сыпанулся? Да. А, Джаюшка, смотри, я с тобой теперь. Не вижу тебя. О! Здорово, бро! Подними меня куда-нибудь вот наверх, я спрыгну, а ты за мной. Ну мы же теперь не Йети, смотри, мы же не Йети. Ну да, не, ну это типа свободный мир, все, придумали, как продолжить. Вот, а по сюжету, типа, Аджай стал Йети, значит. Отлично, значит, больше DLC не будет. Ну, походу, да, либо DLC за Йети. Вообще, я не хотела, чтобы он становился Йети, мы же убивали Йети, зачем нам становиться Йети? Голова ледяного медведя, все, отсюда я отпрыгаю. Выходим. Оп, я вышел. Хотел, чтобы ты остался на ней, ну ладно. А, нельзя, мне летать было. Она пил. Она пищит только наверху. То есть вниз спускаешься, она больше не пищит. Угу. И что в итоге? Ну, теперь ты тогда прыгай, а я за тобой. Нет, иди сюда. Чего? Ну, поднимайся сюда, чё. Ну, а это гирокоптер. Ну, кинь его. О, Мишка. Спасибо. То есть мы останемся без него? Спасибо. Что ты сделал? Это здорово, по-твоему, да? Ну я говорил, прыгай. Прыгай без него. Блин, пока гирокоптер. Тебе надо меня поднять, там, где гирокоптер валяется. Нет. А, нет, я даже ниже уже упал. Опс. Здорово. Опс. Ты меня своими пропеллерами. Второй раз. Заводите ваши пропеллеры. Я, короче, пошел. Там медведь. Ну ладно, я тоже пошел.
Я пошел. Я иду за тобой. Я иду за тобою. С мечтою. Да-да-да-да-да-да. Не молчи. Там кто-то... А, там кто-то летал из этих чуваков. О, вот здесь по-любому будут еще и эти. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Че, куда давай? Промахнулся? А, не докинул. А это прикинь, короче, сколько избранных чуваков было, что в этой долине Йети столько Йети. Ты только представь, вразуми это. Ну да. Ну все, кто из них, все они пили. И все не становились Йети? Ну, все слушай, не становились Йети, да. Мы-то с тобой не пили. Ну мы его типа вот нарушили вот эту вот херню. Я не знаю, как это работает, короче, я предполагаю. Смотри, я нашла Йети. Давай-ка, подожди. Сейчас. Я хочу... А, у меня закончилось. Ну ладно. Я поставлю сюда мины. Прям все четыре. Моряка хотел. А мы его сейчас сюда приведем. Давай, я веду. Давай? Давай, веди. Веду. Нормально. Ну, он сейчас убежит, нет? Не, бежит сюда. Эй, о, отходим. Сейчас мины взорвутся. Охота на Йети. Нормально. У него ножки милые, ты посмотри, какая кусечка. Такие лапки, ой, какие. Все это хер. Все, это было дополнение Долины Йети. Мы поиграли сколько могли. Сделали все, что... Лови горячую бутылку. Лови нож. Тушить! Ну и огонь! Огонь! У меня нету этих штучек-то. Ты-да-да-да-да-да! Подряд просто. Играли сколько могли. Знаешь, что я сейчас делаю? На тебе! Ножа, на! У тебя... А, у тебя нож в этом... Писюне. На тебе, кирпичом. Я камни теперь буду кидать, у меня ножи... Ладно, вставай, бро. Бре-бре. Все. Всем большое спасибо и всем пока-пока. Не-не-не, повернись. Теперь точно пока. Теперь точно пока, да.